масочного режима, наденьте маску, пожалуйста. Наличие маски по-прежнему обязательное условие для проезда в городском общественном транспорте. Проверяющие говорят, большинство пассажиров к мерам санитарной безопасности относятся с пониманием и используют средства индивидуальной защиты. Но без нарушителей не обходится. За несколько месяцев в Самаре составлено больше 100 протоколов. Ну, у нас требования установлены единые для всех. Поэтому у нас в рейде участвуют представители полиции. В случае, если мы такого человека выявляем, в отношении него составляется протокол административный по статье 20.6.1, часть 1, штраф до 30 тысяч рублей. Наличие маски – обязательное условие и для сотрудников транспортных предприятий. Водители и кондукторы также должны постоянно находиться в средствах защиты. Кроме того, салоны автобусов, трамваев и троллейбусов регулярно дезинфицируют. Мобильные бригады работают, обрабатывают все поверхности соприкосновения пассажиров. Это двери, поручни, сиденья и терминалы. Все обрабатывается специальной жидкостью, которая одобрена Роспотребнадзором. С начала осени в наземном общественном транспорте из-за отсутствия маски не смогли проехать почти 900 человек. А самарским метрополитеном не воспользовались больше 8 тысяч пассажиров. Проверки в городских трамваях, автобусах и троллейбусах продолжатся. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.